смотри, на эти щечки. Охуенно. Просто прелесть. И сегодня мы ему наготовили целую кучу еды. Ебать. Да, куча. Посмотри еды. На просмотры. Это банг, блядь, в Майнкрафте. Я не знаю, кто это, блядь. Посмотри на просмотры, это я, блядь. Как эту полную хуйню посмотрело 10 миллионов людей. Вот именно, нахуй, это легенда Майнкрафта. Пятерка его главный фанат. Это я, блядь! Так это он и есть, блядь. Че? Да когда ли пятерки залит? Боб Халаник, легенда. Ты хотя бы посмотри механизмы, ёбаный. Когда этот видос вышел, Артиксов, блядь, вообще даже в помине в яйцах у отца не было. То есть, ужас. Я не знаю, как, почему на вопрос, блядь, пятерки, типа, ты знаешь, кто это такой, он должен был ответить, да, конечно. Его не было, блядь, еще. Ой, блядь. Обсуждают, вы представляете признание? Признание, сидят, обсуждают Боба Хавлика и Артикса. На 17 тысяч зрелов. Обсуждают великий контент, во-первых, а во-вторых, Артикса. Тащить прибывают только, блядь, в коридоре. А я, блядь, говорю, я лагаю, пиздец, я там телепортировался, конечно. Угу. Ну тут такой вариант. Мы можем либо в смехлыст зайти. У меня телефон заряжен. Но он вообще будет вариант. Смотреть? Либо реально пойти, блядь, поиграть в монополию. Боба Хавальника, смотри. Блядь, посмотрел сколько. Либо будете сколько? На пару сломак и ныть. Либо можно в детит пойти. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Марат, спасибо. Все, похуй. Охуенно посмотрел, блядь, Боба Хавальника. 3 секунды посмотрел.